Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Область вошла в число лидеров по жалобам на коллекторов. По данным портала Займ.ком, первые места по количеству обращений в полицию на 100 тысяч должников с просрочкой более 30 дней у Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Далее идут Владимирская, Астраханская, Курская, Ульяновская, Кировская области и Мордовия. В нашем регионе приходится 35 жалоб на коллекторов на 100 тысяч должников. По данным проекта «Россия без долгов», 26% жалоб связаны с угрозами, 6% должников сталкиваются с давлением по телефону, 3% с порчей имущества. Программа «Экономика». Финансовую отчетность МУПов опубликуют. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте горадминистрации. Информацию на портале будут выкладывать МУПы, акционерные общества, а также ООО, включенные в программу приватизации. Размещаться будет отчетность за квартал, полугодие и за 9 месяцев. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. Ранее сообщалось, что на официальном сайте мэрии будут публиковаться данные о зарплатах руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Кирова. Экономика на 101 FM. Рабочие специальности остаются самыми востребованными. Служба занятости опубликовала перечень профессий, востребованных на рынке труда Кировской области. По данным, на начало декабря в регионе нехватка машинистов, бульдозера и плиточников. 22 вакансии на одного человека. Также требуется много монтажников, арматурщиков. 20 вакансий на одного соискателя. Средняя заявленная зарплата для машиниста бульдозера 65,5 тысяч рублей, для плиточника 40, для монтажника 35, для арматурщика 30. 36 тысяч рублей. Также зарплаты более 30 тысяч обещают оператору станков с программным управлением, электромонтажнику, фрезеровщику, бетонщику и электрогазосварщику. Среди служащих востребованы врачи, терапевты, педиатры, стоматологи, фельдшеры. Здесь зарплаты от 12 до 26 тысяч рублей. Доллары и евро продолжают снижение. Американская валюта сегодня стоит 61 рубль 7 копеек, европейская 64,98. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.